Несло мировой экономике колоссальные убытки. 5 миллиардов долларов было потеряно из-за полной остановки авиаперелетов. Больше, чем во время кризиса после терактов 11 сентября 2001 года. Извержение в Исландии, затронувшее всю континентальную Европу, доказало, что всего один вулкан способен катастрофически нарушить хрупкое равновесие и серьезным образом повлиять на нормальное функционирование общества, в котором мы все живем. Но помимо этого, Европа – густонаселенная территория. Сильное извержение может повлечь за собой человеческие жертвы. Этот риск вполне реален. И в некоторых случаях он крайне высок. Остается выяснить, можно ли предотвратить ущерб. Ведь угроза вулканического извержения имеет неизвестную составляющую. И это не что иное, как наша способность действовать в чрезвычайной ситуации так, чтобы не было слишком поздно. Эвакуация людей затрагивает вопросы, связанные с самой человеческой природой. Насколько люди будут готовы уехать? Откликнутся ли на призыв? Согласятся ли все бросить? Это зависит от человеческого фактора, влияние которого трудно оценить заранее. Фильм озвучен студией СВ «Дубль» по заказу ВГТРК.